Пышка. Оказалось, что учить русские слова через угощение интереснее всего. Только вот сама еда порой такая же непонятная, как и язык. Шпроты. Я правильно сказала? Холодец. Необычный для меня вкус. Но вот что не вызвало никаких сомнений, так это поросенок, поданный во время прощального ужина в Петербурге. Very grateful that you found me as an individual, as a delegate represent. Меня переполняли чувства. О, они преподнесли нам поросенка. Overwhelming, like they're serving us pig. I thought of my people because that's part of our culture. That's part of the identity. Я сразу подумал о своем народе, так как это часть нашей культуры. Это гостеприимство. Они закалывают свинью, режут на кусочки и угощают гостей. На здоровье.